Всем привет! Вы на канале Den Best. Сегодня хотел бы вам показать мой любимый рецепт ленивых голубцов. Готовлю их постоянно, получается очень вкусно, ну, в общем, ничего сложного. Ну и перед началом ролика хотел бы всех поблагодарить за донат, за помощь каналу. Ну, давайте приступим. Для начала я возьму 100 грамм риса, хорошо промыл его и залью кипятком, пускай пока пропаривается. Возьмем фарш, здесь у меня 0,5 кг фарша, свинина, говядина. Вбиваем одно яйцо. Соль по вкусу, примерно чайная ложка. Черный молотый перец, также по вкусу. Чайная ложка паприки сладкой. Еще я добавлю, мелко нарезал свежий зеленый лук. Растет у меня на подоконнике. Ну, если нет, можете не добавлять. И добавлю еще немного укропа, у меня мороженое, если есть свежий, добавляйте свежий. Отправляем в фарш 250 грамм капусты, мелко пошинковал ее, старайтесь помельче. Если твердая, можно так руками немного пожмякать, чтобы она стала немного мягче. Два зубчика чеснока, через пресс пропустил, также сюда добавляем. Чеснок также по желанию. На сковороду добавляем 8 столовых ложек растительного масла. Это немного, не переживайте, нормально будет. Две средних луковицы нарезал небольшим кубиком. Будем обжаривать до золотистой корочки. Лук хорошо подрумянился. Добавляем, у меня одна морковка, такая чуть больше среднего. Ну или две маленьких, можете взять натер на крупной терке. И обжариваем с морковкой буквально минутки 3. Зажарку разделим на половину и отправим половину в фарш, половину оставим на сковороде. В эту половину зажарки я добавлю 3 столовые ложки томатной пасты и обжарю пару минут. Добавляю 700 мл воды. Два зубчика чеснока через пресс, пару лавровых листиков, соль по вкусу, примерно, может, чайная ложка без горочки, столовая ложка без горки паприки, черный мельный перец по вкусу и 2 столовые ложки сметаны. Все хорошо перемешаем и потушим минуты 4. В фарш добавляем распаренный рис и все хорошенечко перемешиваем. Я возьму вот такую вот форму для запекания, смажу ее немного растительным маслом. И теперь мокрыми руками сформируем вот такие вот шарики. Хорошенечко примнем их. Вот такие вот. И еще я обваляю их в панировочных сухарях. Можно без сухарей. Получилось у меня 9 вот таких вот шариков. Естественно, их можно сделать больше, если делать их немного меньше диаметром. В общем, отправляем в духовку, разогретую на 200-220 градусов на 20 минут. Прошло 20 минут в духовке. Теперь заливаем соусом. Да, кстати, в соус можете добавить сахар, 1 столовую ложку, но я не добавляю. Вот так вот добавили соуса, все шарики мясные у нас покрыты соусом. Накрываем фольгой и в духовочку на 20 минут, 200-220 градусов на 20 минут под фольгой. И потом снимаем фольгу и еще 20 минут без фольги, то есть в итоге 40 минут. Ну вот и все, друзья, наша вкуснятина готова, сверху зеленый лучок и петрушечка. И, в принципе, можно пробовать. На этом, друзья, у меня все. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях. Ну и всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока. Ну давайте же посмотрим, что у нас внутри. Вот такая вот
вкуснятина. Полностью готовое мясо, капуста.